А почему кот без чарок на штанах? А кот? Потому что они 200-е. Ну да, согласен, залупа. Чё у нас? Ага, у нас один. А зачем? У нас вары покричат на АП. Давай каски всем. Шаманы поставят МП5. Давай, у нас ненавижу. Всегда будет тотем на МП5 ставить. А... какой у нас где варон? А, у нас один остался. Ну, за кул тогда на АП покричишь. Будем без ХП. У нас локов, наверное, у кого-то есть. Бес, хоть и меньше дает. Протовар, ты тут? Только что за... да. Если что, ты кричи всегда на АП. Ты второй танк, если что, с ДКшником в паре джанки. Все, пробафуемся на фул. Да, да, отлично. Пробафуемся на фул и поехали. Че, кому не хватает, смотрите. Ебать, ДК можно один интеллект? Упал. Не, не, нельзя. Ну, сами там смотрите, сколько, 4 стака там меняется. Там мы очень быстро убьем. Все, заходим в Дискорд и поехали, быстренько все вынесем. Кто там хочет, пейте фласки, мажьте грудаки и поехали. Сейчас 5 секунд заберу все с банка. Понял, да, короче, инер на войда кидай, нормально будет. Да, согласен. Ненавижу, ты слышал? Тебе всегда МП5 надо ставить. Ну, да, в смысле, про нянек могу рассказать. Не, все, не тупо. Жбух, чего не хватает? На АП покричать не хватает. Тебе вар покричит, как начнет с собой. У него сейчас ярости нет. Все запускает. Ну ладно. Я тебе щиток, понял? Ты в меликах там стой. Встали вокруг милики, встаньте в ордодозоне, чтобы огонь не разлился в центре. В центр приведут босса, потом забежите. ДК, который танк, ты сейчас 8? Да, ДК тебя слышит. Поддерживаешь эту жуткую? Ну, я скажу, сука. ДК заберет кислотную, а ты огненную забери, а то агро оторвут, у тебя там лок сильный. Я рыбу проебать, ну, блядь. Дай хуй на нее. У меня обычно с разморозкой проблема. Да, все, блядь. ДК Ридар, он телепортируется. Ты на кислотной вар, ДК на огненной. 3, 2, 1. Набухивайтесь там, панды, и поехали. Все, залетаю. Снобольд полетел. Под боссом Снобольд. Обдотайте его, закрываете. Целенаправленно, не надо бить. Слон следующий полетел. Также в мелизоне. Обдотали его, закрывали. Следующий снова полетел. РДД подведи. Вот в этого сыграете. Подведи РДД под жопу. Ну подведи быстрей. Чё ждешь, там стоишь? Залейте его быстро, череп. Видите, череп? Очень медленно бьем. Там РДДшник же помог выйти и кастовать спокойно. Все отлично. Убиваем босс. Ганнибал, скинь вару, Боб. Скидывай, Боб, и поехали. Раньше наберите РДДшники, чтобы у вас... Обдотайте сейчас огненно. 5, 4, обдотайте. 3, 2, поехали, кислотно. Давайте Геру.
Приехали домашнюю. ДД, держите раньше небольшой. В охуевших кучках не стойте, всех заплюет. Сейчас полетит плевок, хилы, смотрим внимательно. Доза, фрес, на вас плевок. Джанки их разморозь. Подходите потихонечку к танку. Там джанки осторожно, так не ставим, плюнет. Ну хотя, смотри сам. Вау, чтоб не умер. Все, убили, огненную дамажа. На плевках разбегаемся, никто не ждет ничего. Я скажу тебе, джанк, когда ты 4 отдать. Сдамажили огненно. Сразу рейнджер ДД набрали. Когда я скажу милики, нужно будет разбежаться, не ждать, когда вас плюнет и убьет пол рейда. Милики, разбегайтесь. Ждите плевка. Кинь Т4 вар. Ой, это ДК. Ждем плевка, стоим. Прохиливайте вара. Все, плевок улетел. Дамажем забегаем. Вара улетел. Меня и улетел. Да, да, все. Че, еще один что-то полетел, не заметил, они все. Давайте быстрее, сейчас опять плюнет. Все нормально. Давай, танкуем на стороне орды. ДК заберет рева. Ну, пулите на него сразу, значит, там отраву добивается. Этот, вагон, да, инок. Да, ты на кислот... Ой, ты на огненный был, я не знаю, чего там придумали. Поехали. Разбегаемся, все прожимочки не тратим. Когда ударится, тогда и нажмете прожимки. А этот фридом есть? Ганнибал, да, есть у него. Не стойте в чекерях, РДДшник. Там... Ты же перед червями же сказал, что он должен. Я сказал, кислота на варе, огонь на ДК. Ну, ну все. Да все, забей, прошли уже. А, все, понял. Смотрим, кого бежит. Мне не показывает, кого. На карте он показывает. Прожимочки отдали, задамажили. Да у меня микрофон галимый. Ну меня-то ты слышишь, Жанки? Ну все. Так, я на Джераксу все по контролю големов. Да. Окей. Здесь второй танк особо не нужен, выки просто на Грулмагикс разобрал. Жучка в тебя бежит, самый правый край. Задамажили, давайте добиваем за этот удар. Да, я знаю, что тут одного можно. Просто для грулмейка, как говорит, добрал. Для грула, для королей. ДД спека у меня нет. Ничего страшного. Добиваю. На, блять, ладно, не буду я группу в пизду, это чревато. Быстренько сейчас разролим и поехали дальше. Порольте, у кого кожевка есть. Рец, нажмите ру. Сферу порольте. Все. Трофей порольте, кто действительно одеть надо. Не просто продать, а одеть. Дайте людям кому-то одеться, кому он нужен. Пояс порольте. Дух останет, так. Он для ШП не подходит, да? Подходит, если у тебя с меткостью перекап.
Пароль тебе боешь, не плачься. Это можно. 5, ебаный в рот. У кого-то вообще 3 упало. А я писал, что... Плащ, пароль тебе, инта, дух, спадет хоста. Что фрез на воида рулит, надо было воиду сразу отдать. Ну, все равно аддоном отдается первым. Все, поехали. Джаракс, у нас маги сами воруют, 2 мага достаточно, чтобы своровать все стаки. Не слакайте, главное смотреть. Я Делайна налечу. То я. Декап свой. Поставьте шкаф. Нет, сумонимы, что? А что, ты вылетел или что? Есть локи шкаф поставить? Живые локи есть? Алло? Ребят, сами тянете. Ну, один понял. Только... Сидим, ждем. Сидим, ждем. Да чек, никуда не торопимся. Квин и Даркстоун, блядь, алло, вы тут? Да похуй, ты шо, мы ж, блядь, у нас времени вагон. Шкаф, ебаните, чё вы, не слышите, в 10, что ли? Во, сказал. Так, я и так 5 раз уже сказал. Это им надо немножко мата добавлять. Ну, я не буду унижаться до такого. Ты хочешь сказать, тебя унижают? Ну, я считаю, что это неправильно. Да это просто привычка. Я себя отвечаю. Так, ладно, все, запускаю. Маги воруют, никто ничего не дисплеит. На костах у нас жбух сидит. Джанки дублируют косты. Телок не сливаем, големов сливаем. Огонь только милики нормально разносите, а не как всегда. Короче, я прибарахлил знатно этого паладина Ретрика. Ну, ДПС особо не изменился, пуху 260-ю залутал с этого, блядь, с королей. Хорошо. И на мишку тоже такую же пуху, бля. Там на мишку чисто стамы больше, на 70, что ли. Ретрика немножко урон. А с острова не лучше 245? Блять, я ебанусь, я 3 шеи нафармил. Не буду, скорее всего, делать с острова пуху. 2 шеи нафармил, ни одного креста не делаю. 3 шеи. Ну, сейчас чисто вот этот за 150 голд делаю. Готовимся 10 секунд. Раньше нас сразу держите. Набухивайтесь. Поехали. ДК Т4 будешь сдавать на големов каждого, хотя дальше вот стоит. Никто не бьет пчел, только клеваем. Похильте Квина. Огонь басобой. Осторожно разносишь. Отведи телку прямо под жопу, так чтобы она во фрейме босс стояла. То есть что плохо клевает. Кстати, я забрал уже. Косавчик, даже сказать не успел. Прохильте зепа. Скоро инфернала, готовимся. Ганнибал, огонь, бабл, скинь. Не скинул. Выйдите, не милики, милики, выйдите, вынеси босса. Босса вынеси. Прохильте робу. Не вижу ник. Вынеси босса с центра чуть-чуть. Ты видишь там огонь? Все, отлично, хорош. Все, стоим так. Поехали, инферналы появляются. Сейчас буду их ловить. Т4 нажимай, ДК. Поехали в инфернал, он живой уже есть. Давайте. Кейка, нажми хил. Поджик, нажми глыбу. Что нажать? Гимн? Нажми массовый, да, гимн. Все, добиваем инферналов, он еще один. Милики, уже бейте босс.
Ну, поехали добивать. Прохильте жбуха. Стаки. Огонь воет. Утешение, давай сюда, тварь. Огонь по собой. Дозу прохильте. Бля, шупач что и бурит, еле-еле там держимся нос к носу. О, утешение, ебать. Первый раз. Так. Сферу ролим. Теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть... Трофей ролим, кто носить будет? Альянсу не нужна помощь повелителя демонов. Ты заебал. А утешение не ролим, ебать, просто вот оно. Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и... Что это, блядь? По ножу нужны кому-то? А, Ганнибал, надо тебе по ножу? Плюс там кинь. Ага. Ну ты ролл кинь. Меня дом просто отдает, чтоб я ручками тебя не искал. Ботинки, танки нужны? Уже. Они танкам можно. На второй спек роли. Утешение роли. Вот так, блядь, сюда, блядь. Все, никому не надо. А, понял. Ну, ты гонишь нахуй, блядь. Ну да, у него там говно триняя, надо менять. С духом вот эту фигню свою меняй прямо сейчас. У меня глаза режет, пиздец. Все, запускаю. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебра. Ну она почти никому не нужна была. По хилу там у нас. Кейка там, ебать, нахилил. А так, в принципе, все уровень. Ну да, последний у нас воит. Нет, там еще ДКшник идет. Ну я из хилов говорю. Или ты про что? Я про то, что про хилу, по хил. Без собой там бегал нормально, поэтому хуй знает, что там. Так. Делаем с миники. Так, ДК. Рок. Милики справа. Ой, танки справа, заходите. Давай, ДК, ты рогу забираешь. Вар, ты ДКшника забираешь. И вар, попробуй воина еще забрать. Но не приоритет, вторая цель у тебя. Заливаем ханта. Где, блядь, чернокнижник? Потом чернокнижник. Потом мага. Потом сову. По притяжкам. Первый притягивает у нас без собой. Потом притягивает ужасный мужик. Потом жбух. По КД отходите, притягивает цель, которую мы бьем. По контролям. Фрес. Контроль шамана, жабка сбития костов. Шаман. Дарк Сома, ты контролишь друида Пофиряева. Воид, покидай жабку в паладина, разбивай косты. Дюша, покидай контроль в жреца ветер вертером, покидай в косты, желательно. Вот, так, и что у нас остается? Маг у нас еще. Мага у нас с Матимео кинем превращение. Если кто-то бежит к нам из миликов, хулиган, ты на ветрах и Коба, ты на ветрах. Шаманы там замедляешь тотемы, ставьте. И которые заклинания впитывают. Массу сферы, присты забегаем, даем. Все готово.
походу. Все готово. Даю отчет, танки залетать. А, хил, бля. Ну, ненавижу, иди к танкам. На безопасном расстоянии подходишь, кидаешь им там щиточек обновления, там какую-нибудь быструю хилку отбегаешь. Умрешь, значит умрешь. Даю отчет. Если что будет, туда сбегаешь, с этот умрет. Тащи ДК. Еще раз ДК. Геру дали, заливаем. О, ненавижу. Ну, сейчас умрешь, прохили себя, бегай там. Ничего страшного. Добегаем, что забегаем туда, у ДКшников не успеет откадашиться, хер с ним уже. Кто там у нас сейчас шаман умрет? Ничего страшного. А, ну бегут сюда. Давайте, ромб, ромб. Ебашим ромб. Подбежали, задамажили. У ДКшников откадашиться, вытяните. Массовыми старайтесь не бить. Адское пламя, каст, кто на локе. Любое сбейте. Все, забиваем, оттянули. Дал фир. Танки, вам нужен хил или вы сами простоите? Мне бы желательно, я тут двух миликов и собаку держу. Я понял, я понял. А приступ кидать мастер? Да, понял. Чё говоришь, чё? А приступ кидать мастер? Да, скидай, забегай, скидывай пока да. Кейка, сейчас дам диспол. Еще сбегай, если есть время, дай им щитки, обновления танка. Разбежались. Давайте быстрее добиваем его. Косты бейте основной цели, не смотрите. Есть притяжка? Ждем сейчас в крест. Добиваем крест, притягивайте ДК. ДК, любой ДК, потяните крест. Все, еще есть притяжка, отбегите, притяните еще дальше. Каст, ага, косты режьте. Уже целей мало, можно все контролить. Кто-то цель умерла, кто-то... Лок не, блядь, лок умер, ладно. Коба, дай локу БР, пожалуйста. Обхилили. Матимео бегает, дай что-то засейвящее. Крест, где там у нас звездочка. Бьем звездочку. Дай фюру и приз, забеги. Он Тири бежит, есть за контролем ДК, ой, эти, блять, друиды. Ирит бежит, за контроль Тири дроли. Давайте сейчас добьем и вырет сыграем. Быстрее. Притягивать Ирит, сейчас добиваем. Ирит, поехали, череп. Масс диспел есть. Я там дал, кого достал, того диспел. Можете массовым видеть сесть в ротации. Матимел бегай, лок бегай. Помогите, дайте там. А, лок нас один, ладно, забейте. Добили, поехали в тире. Не давайте ему больше ветра. Лок, что-то тебя прям съедают. Надо бегать пока, да. Понимаешь, они только на тебя смотрят. И убивать. Ну понятно, что бегаешь. У нас просто бобов мало, так вы можете подставить. Добиваем его Антара. Поконтролите, кто на Вилане, кого я стал. Шамана. Сферы дам.
Примаст спал. Добиваем. ТКшники саму латинить, череп поставил. Я хуярюсь один на один с шатет, с паладином. Видишь, даже стан промахнулся, ебать. Взяла, ну поехали. Тейка, готовься диспарить. Держи, но готовь. Не пришлось. Как же этот воин меня хотел? Он просто меня хотел, серьезно. Любым способом просто. Да, не запускается, ничего. Ресайте, пока павши. Так, сферу роли. Ну почти. Поносить будет. Грудак, латники, милики, рольте. Латный. Надо кому-то? А у нас только Ганнибал, считай, да? И ДКшники. Поезд латный танки нужен? На офспек ролим. Монки, посидишь на сферах? Обычно уберите тотемы. Ой. Монки, монки, монки. Посидишь, да, как обычно? Берем белую. ДК, ты берешь с нами один цвет. Вар, ты берешь противоположный. ДК держит черную, вар держит белую. Сейчас метки нам поставлю. Вар, да, на АП кричи, не на ХП. Там шаман мертв. Что-то почему-то. Почему-то убили, наверное, его. Рыбку поставил. Пробафали шаман, мазбафы. Почему? А, все могу. Да там вот эти ауры типа мешают. Все, дайте, в метку вставайте, в квадрат. Квин, давай сюда. Даю отчет, поехали. Набухивайте спанты. Сразу не бейте, дайте напулить, побить танком. Чуть я скажу, когда можно бить. Ждем вар, иди сюда тоже. Все, поехали. Матимео не слушает, Матимео хуярит.
Смотрите за агро свои монки. Притворись. Много агро. Скоро спецспособность. Готовимся. 5 секунд. Поджиг. Хулиган. Там сейчас что-то посрывается. Ничего не меняю, контра прохиливайте. А нет зубов, блядь. Скинули кому-то хуй пойми. А, ну через пули. Просто прохиливайте. Я понял, куда скинули. Стоим, дамажим. Готовим спецспособность 6 секунд. 2 секунды. Дамажим сюда же. Не надо сбивать никому каст, не надо. Танк собьет сам. Ну нахуй вы тыкаете? Ну вот я не понимаю. Что ж я заматерился? Заранее предупредил, не надо. Нет, блять. Мы умные, мы можем. Он пока кастует, он не бьет, понимаете? Еще одна спецспособность будет. 6 секунд до спецспособности. Готовимся. 2 секунды. Поменяли цвет, черный задамажили, а то сломаться может. Ой, белый задамажили, метку поставил. Сразу сбивайте. Столько все ломаете. Там лает это, тупит, когда с договором убиваешь. Сферу парольте. Что там принял, Кейка заебал? Я стероиды принял, блять. Че это, блять? Чертеж на кузнечку, парольте, у кого есть кузнечка. Ебать, где сфера золотого, пиздец. Миллионером будешь, ебать. Пояс, роги, коты, роги. Да не, я оставляю в банке. Чисто на запас. Коба тебе не надо, что ли, Коба? Ну, в спек надо кому-то. Рога тебе носить или что? Не понял. Или тебе просто на другой класс? Ну, в любом случае, ты с ролем. Договор ролен в ручку с ловкостью. Ебать, 27. Ты что, думаешь, быстрее кидаешь, больше рол будет? А я единственный на нее. Бля, он красивый, этот договор. Договор. Да не, хуйня. Охуенная пуха. Череп, пароль. Трофей пароль. Голому коту, бля, не видишь. Ну что ты. Этот голый кот сколько нам помогал. Так. В кару просто так ходил. Парольте с меткой с сентой. Чё ты говоришь, вчера в кару ходил? Нет, я говорю, в кару просто так ходил, а, по сути, все. Понял. А нехуй донить, потому что. На офспек, там, хилам куда-то надо, что-то где-то. Ну, там Фрей скинул на Элема. Ну, блин, что ж ты не вовремя. Еще раз кинерал? Все понял. Ручками тебя буду искать. У меня 10-секундный таймер. Если вы в него не успеваете, я вас не вижу. Вы как будто не кидали ролл для меня. Вы никто. Ну, потому что так ждать всех там по 20 секунд, когда вы проснетесь, что-то сделаете, это затрата времени для всех. Сейчас ДК на боссе сидит, авар собирает мобов двоих, под босса подводит, мы их убиваем. А мы вчера даже не пошли в Карунгер, потому что не нашли Элема. Без шамана вообще идти, это тупо. Я вчера пиздец ватный был, поэтому не пошел. Да я такая же хуйня. Так он ждет по двум хуярить, нет? Ну, что-то есть такое.
Combat. Слушай, ну, блин, в десятке нету. Я его не вижу, значит, его нет. Ну, 10 тысяч там, 18 вместе. Это ШП доебаться. Как-то я кому-то проебываю. Не бывает такого. Что мы запускаем? Только запустили, ждем. Видишь, там он вышел, король личный центр. Какой же он маленький, а? Чисто гном. Доза ты сейчас про что? Это я про лича. Ну, он одет получше намного человек. Ну, не намного, но... Все как, бы лич по расе простой человек. Он должен быть еще меньше. Ну, он вообще охуел. Что значит... Согласен. Так... Значит, не булю. Я не шарю ваших слангов, ёбан. Скажите для деда что-нибудь нормальное. Блять, если у тебя ШП не одет, тогда я вообще бомжар дворовой, да? Бля, какой у тебя ДЦ? Какой у тебя левел ДЦ, серьезно? Интересно. 251. ДЦ? ДЦ? Не, еще больше. Ёб твою мать. Так, ладно, встали за босса все. Чтобы когда шли мобы, они на вас не агрились, их спокойно вар ловил, подводил под босса, убивал монки на сферу. Доза, скажи, что нужно одеть ДЦ на ноги? Все, тихо-тихо. Перефаза начнется, убьем мобов, все они будут, и в боссовый лен зададим Геру на последнюю фазу. Попробуем за одну накопку. Но без Гера. Давайте готовность проверяем. Старфол не надо давать. Ну, блядь, если вот сюда забьешься, вот так вот как-нибудь, блядь, в край, то давай. Так не надо под босса подбегать, давай Старфол нахуй, ронять все сферы. Кто-то ставит там от природы этот эмшаман? От природы, давай ты войд поставишь. Стива и бьет инициатора. Все, даю отчет и поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас я карту ебать апну. Может ДПС повысится. Сверка есть? Мобы вышли? Сверку он уронили вам, да. Мобов подводи, вар. Все, поехали, мобов. Задамажили мобов. Задотали, запинали. Быстрее, медленно, медленно. Что, лишняя чуть сверка там упала какая-то. Мобы, поехали мобы. Вылез, закапался что ли, сука? Убейте быстро моба, убейте, там новая пачка идет. Сыграйте все в этого моба, на котором череп. Вар, собирай вторую пачку. Добивайте моба в приоритет. Сыграйте в моба, забейте на босса пока что. Забери ДКшники, притяните моба убежавшего, любой ДК. Забили моба, череп поставил. Приоритет убить этого моба. Закопается все к воде. Все, к воде пошли. Ганнибал. Ну не давай никому боб, только на себя. Кейка остался у воды, остальные вернулись сначала. Бьем скоробеев. Бьем, бьем, бьем скоробеев. Хулиган остался. Погоди, Джанки остался здесь, остальные к воде. Есть там у воды сферу сбить? Джанки, на тебя бежит. Есть, чё, нет, блядь. Разлитых сфер. Да, блядь, сука, сейчас сам уроню её. В соло. Кто там, я не вижу, забегите на сферу. Я что-то проморгал, сорян. Убежали все в начало. Кейка, на тебе, беги в начало, все остальные к воде. Он, сука! Блядь, есть. Ладно, он вылезет, стоим у воды. Все, зажались к воде, он сейчас вылезет, пока едет. Все, вылез. Добили скоробеев, точечно. Приоритет скоробеев. Не должно быть их сейчас. Добивают. Сейчас мобы вылезут большие. Готовься, вам. Вылезли большие мобы. Собирай их. Никто не бьет мобов, пока они под босса не подошли. Никто их не трогает.
Нахуя вы там что-то, блядь, тыкаете на них? Объясните мне, маг. Поджиг. Залили мобов. Притяните ДК череп. Забили череп. Медленно, медленно мобов бьем. Я нихуя не дотаю из вас, потому что медленно мобов бьете. Приходится фокусить. Моб закопался. Ну, хуёво, что я могу сказать. Подводи варф под босса, здесь все равно не замедляет моба. Я пытаюсь подводить, но у меня кнопок-то дистанционный. Всё, понял, конечно, понял. Вылезет моб, забьем его. С них дамажат как. Ну, новые вышли, забейте череп. Череп поставил, все сыграете сейчас с фокусом моба, бросьте босса. Важно, варф, прожмись. Блять, давай. Педаль, ну, Коба, дай майку. Майку. Дюша, дай Ганнибала. Мобов добейте, мобов добейте. Сколько они уже живые, ебать. Че вы на них хуй кладете? Масбафы скиньте, пока убегаю. Воды там есть? Да, есть сфера. Монки, сбей воды. Дарксомен. Дарксомен у тебя. Ну, блядь, сбивай там, где есть. Заходите, лок, заходи. Лок, а, хорош. Все, убежали вначале. Майклу, на тебе, убегай. Остальные, ну, блядь, трёмся там, где лужи, короче, забейте. Сейчас все лужи разбиваю. Бейте с корабе. Хулиган на тебе. Поменяла на Ганнибала. Можешь себе боб дать. Ну, сейчас вылезет, беги какой-нибудь лужи. Ну, в смысле, не вылезет, а беги к луже, значит, тебя убьет. Можешь себе боб дать. Отлично. Бьем с корабе. Ужасный мужик на тебе, сейчас поменяют, да? Вылез, вылез босс, добейте скоробеев и поехали босса. Уводи. Сейчас мобы вылезут, эту пачку убьем и потом босса переведем. Бейте пока скоробеев. Их очень, ну, есть он один, ну все, убили, отлично. Мажем босса, мобов, не бейте босса, подождите, сейчас мобов подведут. Сыграли в мобов. Все сыграли точно, только в мобов. Притяните ДК череп. Притяните череп. Есть хоть один живой? Блять, нахуя вы босса били? 4% кливом не заливается. Кто-то его хуярил. Еру дайте. Все, поехали. Хилы без всяких прожимок должны похилить. Монки поднимаете, на нем метка. Не надо, не надо, я скажу. Тут они и так, ебать, отхиливают больше, чем надо. Красавчики. Летим на груля. Кому нужны шмотки, оставайся, разролим. Там боешка, если что. Трофей. Ой, сферу рольте. Вот это твой ролл на... Что тебе надо было? Добро пожаловать на... Там, блядь, опять. Сколько трофей рольте? Трофей, трофей рольте. Сука, тесак. Когда уже не нужен. Ну да. Так он же быстрый. Нет, он нормальный. Хорошо, помню. Так, что там? Наручи с духом ролим. Наручи с духом ролим. Надо кому-то? На офспек ролим. Если кому-то надо. Я хуй знает там. Сове какой-нибудь. Тканные перчатки со скоростью критой ролим. Лоб заролил, тоже захотел, но они мне не нужны. А, да, тесак норм. Тесак ролим, одноручный топор, 2.6 скорость.
Кольцо боешное ролим. Сколько оно сейчас? Сука. 10 тысяч мне показывает стоит. Ну говорят, там кто 14 выкидывает, там надо, да? Да-да-да. Где он? Нет, маунта ролим. Задки, ебать. О! До свидания. Ты свою удачу, блядь, на полгода вперед сейчас потратил. Летим на груля. По месяц 13 было. Ну, бывает. Я тоже не потратил свою удачу.